особенно с учетом того, как повела наша центральная власть себя в момент Пригожинского мятежа. Они все удрали из Москвы. Все. Просто все. Включая нашего президента. Удрал командующий Росгвардией, господин Золотов, который тут павлиний хвост распускал, как он, оказывается, великий победитель врагов. Неизвестно, куда девался Дмитрий Медведев. Кто-то говорит, что он не удрал, потому что напился в хлам. Не знаю. Но его не было ни видно, ни слышно. Удрали очень многие. Насколько я знаю, здесь только руководство ФСБ оставалось в Москве еще. Собственно, оно и вело переговоры с Пригожиным через Лукашенко. Патрушев и Бортников. Остальные все смылись. Как мы можем рассчитывать на то, что эти люди, эти трусливые мокрицы,